На закате солнца старый король Камбоджи Джаяварман VII поднялся в золотую башню храма Байон. Его ждала встреча с духом змеи, прародительницей кхмеров. Каждый год, в ночь перед днем весеннего равноденствия, она является к нему в образе прекрасной женщины. Тысячи свечей загораются вокруг храма Великой Империи. Пламя свечей и блеск золота затмевают сияние звезд на небе. И в храме Байон, главном храме Империи, совершается мистический обряд, символизирующий бессмертие. День весеннего равноденствия – народный праздник. День, когда солнце венчает центральный купол Ангкор-Вата. Но народ не знает, какой это великий день. Знают только посвященные и камни. Однажды индийский царь Индрапрашты, разгневавшись на своего сына Приатхонга, прогнал его из своих владений. Принц долго бродил по свету и очутился в стране Коктхлок, на небольшом острове. Прилив застал юношу на песчаной отмеле, и он был вынужден остаться там на ночь. Отмель была любимым местом для прогулок прекрасной дочери морского змея Нага. Принц увидел ее и сразу влюбился. А Наг, признав в нем жениха своей дочери, знак расположения к зятю, выпил всю воду вокруг острова. Так родилась новая страна – Камбоджа. В 1860 году французский натуралист Анри Муо, изучавший флору в камбоджийских джунглях у озера Тонле-Сап, впервые увидел невероятный по своим размерам храм. Его башни возвышались над деревьями и производили ошеломляющее впечатление. Вид этого храма подавляет. Это непостижимо и превосходит всякое воображение. Как же велик был гений того Микеланджело Востока, который задумал подобное творение, написал он в своем дневнике. Дневники Анри Муо с прекрасными рисунками и чертежами были опубликованы во Франции. Известие о существовании грандиозных памятников архитектуры в джунглях Камбоджи по свидетельству современника стало открытием и привлекло всеобщее внимание. Привлекла внимание и судьба самого исследователя. Увлеченный путешественник, он подготовил проект большой ботанической экспедиции в Индокитай. Географическое общество в Лондоне одобрило проект, но не выделило на него финансирование. В 1858 году Анри Муо на свой страх и риск отправился в Бангкок. Провел 4 экспедиции. Во время третьей, самой продолжительной, он попал в Камбоджу, где подробно описал потрясшую его архитектуру. А в ноябре 1861 года, во время четвертой экспедиции в Лаосе, умер от лихорадки и истощения. Дневники семьи Анри Муо передал его проводник. Через 3 года вдова добилась их публикации. Открытие древних памятников в Камбодже навсегда будет связано с именем Анри Муо. Несколько десятилетий Франция переживает бум интереса к этому району Индокитая. В Камбоджу направляют исследовательские экспедиции, проводят колониальные выставки. В 1900 году на Парижской выставке был выставлен макет Ангкор-Вата, сделанный по эскизам Анри Муо. Это сенсация. К
Камбоджийский павильон – самый посещаемый. Публике открывается мир колониальных приключений, полный загадок и экзотики. Известный искусствовед Джеймс Фергюсон называл настоящим чудом сооружения, в которых смешаны различные художественные направления, необычные для этих мест. Индийские храмы с колоннами, покрытыми прекрасными, почти классическими рисунками и украшенные барельефами, как ни странно, египетского типа. Модный парижский журналист Жан Лорен, восхищаясь грандиозным памятником средневековой культуры кхмеров, писал: «Каждый угол, каждая линия, каждая статуя таят в себе символ. Это неторопливый и великолепный рассказ-миф, запечатленный в камне. Это архитектурное кредо, ибо каждая ступень лестницы, каждое скульптурное изображение имеет мистический смысл». Всех будоражит прикосновение к тайне. Когда и кем было построено камбоджийское чудо? Невозможно предположить, что это дело рук полуцивилизованного нищего народа. Чуть меньше века понадобилось историкам и археологам, чтобы определить, что 72 храма с остатками каналов и дорог – это все, что осталось от столицы средневековой Камбоджи. Его называют Ангкор, Нагора, город в переводе с санскрита. Но у Нагоры есть еще одно значение – духовное место. Был ли Ангкор столицей и городом в общепринятом смысле этого слова? Ведь он соединил в себе множество городов-храмов. Каждый правитель строил свой. Легенды рассказывают, что Ангкор был построен по велению 20 королей. Правили эти короли на протяжении 5 веков. Время их правления, приблизительно 9-13 века, принято называть историей Ангкорских царств. К концу 8 века некогда могущественное древнее государство Бапном распалось на множество враждующих княжеств. Правитель одного из самых крупных княжеств, Джаяварман II, при поддержке жрецов сумел объединить всех под свою власть и утвердить древний культ Деварадшис, культ бога-царя. В 802 году он прошел обряд посвящения и стал царем, а значит и богом. Живому богу нужно было божественное жилище. Долго выбирали место, в разных районах восстанавливали разрушенные храмы, а выбрали удаленный и необжитой в то время район недалеко от озера Тонлесап. Известно, что строить начинали на развалинах каких-то очень древних сооружений. Если верить легенде, они относились ко времени, когда боги снисходили до общения со смертными, и жил принц царской крови по имени Пракет Миалеа, божественное сияние. Достоинства и добродетели молодого человека были столь велики, что бог Индра, восседавший на небесах на горе Меру, взял принца к себе. Но земное существо не может долго жить на небесах, и принц вынужден был возвратиться на землю. А он уже привык к великолепию чудесного дворца Индры и грустил, покидая его. Дворец был прекрасен. 5 башен, тонко высеченных, сверкали в небесах. Внутри покой украшали вышитые золотом и драгоценными камнями ткани. Повсюду слышалась музыка, и под пение небесных нимф скользили в танце гибкие фигуры танцовщиц. Чтобы не огорчать юношу, Индра повелел построить на земле такой же дворец и позвал великого зодчего богов Пря-Пушнука, чья ученость и силы были бесконечны. Под его руководством сами боги возводили дворец. Расчищали место в джунглях, проводили дороги, строили каналы ирригационной системы, которые сначала накапливали воду в сезон дождей, а затем сохраняли ее на весь засушливый период. Древняя легенда рассказывает о прообразе ангкорских храмов, мистической копии горы Меру, центра мироздания. На ее вершине обитают боги.
Для того, чтобы полностью ощутить идею храма горы, достаточно подняться по очень крутой лестнице к подножию центральной башни. Там внизу храм придавливает тебя своей мощью. Здесь же, здесь можно почувствовать себя равным богам, вершителем судеб. Для того, чтобы утвердить свою божественную сущность, каждый правитель должен был построить свою гору-храм. Все города храма Ангкора построены по одному плану и воплощают идею храма горы. Святилища располагались на вершине горы, естественной или искусственной. Она была в форме усеченной пирамиды и обладала несколькими ярусами. Храм располагался в центре прямоугольника и был обнесен стенами, которые должны были символизировать горы. Ров же, который окружал храм, должен был символизировать воды Мирового океана. Французы, первыми исследовавшие Ангкор-Ват, сравнивали его с Версалем. Подъездные дороги, бассейны, лужайки. Его план прост и свидетельствует о совершенном знании законов перспективы. По мере приближения к храму он как будто растет и становится все более внушительным. Его высота 65 метров. Это примерно высота собора Парижской Богоматери, построенного в ту же эпоху. Как и все европейские храмы, Нотр-Дам строили почти 200 лет. Города храмов Камбоджи строились за время правления одного монарха 20-30 лет. Возникает естественный вопрос. Какой мощью должно было обладать государство для того, чтобы воздвигать такие колоссы за 30 лет? Какую армию строителей они должны были использовать? Какими приемами они пользовались для того, чтобы поднимать столь большие глыбы на такую высоту? Этот вопрос встает всякий раз, когда мы сталкиваемся с грандиозными сооружениями древних цивилизаций. Как силами рабов поднимались многотонные блоки египетских пирамид? Как были построены храмы-пирамиды древних майя и ацтеков? Ответов нет, только догадки и гипотезы. О строительстве камбоджийских храмов известно, что строительного материала рядом не было. Его переплавляли с севера страны по реке, а затем по каналам. Кхмеры, так же как египтяне и майя, строили сложную многофункциональную ирригационную систему. Она снабжала город водой. В Ангкоре 12 века было больше миллиона жителей. Главные каналы были судоходными. Огромные искусственные озера Барай накапливали воду, и кхмеры могли выращивать рис в засушливую половину года. По всей территории Ангкора были проложены широкие насыпные дороги. Их не затапливало в сезон дождей. Империя египтян, майя, кхмеров – звенья одной цепи. Они владели знаниями и технологиями, которые трудно связать с их уровнем цивилизации. Это подтверждает еще один факт. И египетские пирамиды, и пирамиды ацтеков и майя построены и сориентированы по сторонам света с невероятной точностью. Исследования в Ангкоре показали тот же результат. Ангкор-Ват состоит из 5 прямоугольников, один внутри другого. Внешний прямоугольник – это ров, окружающий его. Его периметр составляет 5,5 километров. Погрешность – 1 сантиметр. Внешняя стена храма и еще 3 прямоугольника у основания храма построены с такой же необычайной точностью. Погрешность здесь составляет лишь 0,1%. Стороны храма расположены точно по сторонам света. Построить объекты с такой точностью невозможно без знания астрономии. Разные континенты, разные культуры, разная вера, возможно, имеют один источник. Именно из этого источника пришли к этим народам знания астрономии. В основе религии кхмеров индийские корни, очень древние. Легенда об индийском принце и местной царевне, основателях камбоджийского царства, исторический факт. Но царевна кхмеров не случайно дочь змея Нага, божества, которое символизирует не только образ водной стихии земных недр,
но образ времени, и времени земного, а не космического, которым измеряется жизнь богов. Индийские, видимо, близкие им верования кхмеров одинаково древние. Они слились в начале первого тысячелетия нашей эры в самобытную ветвь древнеиндийского культа с поклонением духу змеи. Всемогущего бога Индру сменили Шиву и Вишну, которых представлял в одном лице царь-бог. Культ Деварадджас не был новым для кхмеров. Он только свидетельствовал о приходе к власти жрецов-брахманов, высшей касты жрецов индуизма. Они стали управлять страной и обеспечивать династическую преемственность в государстве. Они были врачами, судьями, министрами, советниками короля и хранителями сакральных знаний. Камбоджийцы любят рассказывать легенду о старике, который выращивал огурцы. Жил-был когда-то старый садовник по имени Тачей. Он выращивал огурцы, и были они такие вкусные и сладкие, что он решил отнести их в дар королю. Король попробовал огурец, нашел его восхитительным и, вручив садовнику копье, повелел охранять свой сад, а все плоды приносить в королевский дворец. Как-то ночью король решил проверить бдительность садовника и тайно проник в сад. Тачей подумал, что имеет дело с вором, метнул копье и убил короля. Советники королевства, признав, что Тачей поступил так, выполняя свой долг, короновали его, и он стал царствовать над Камбоджей. С тех пор среди атрибутов королевской власти есть копье. Это легенда об узурпации власти и о том, кто на самом деле управлял страной. И еще в ней сквозит дух народа, который, хотя и признавал своих монархов равными богам, поклонялся не личности короля, а его божественному предназначению. И если мы не можем пока ответить на вопрос, как и зачем были построены эти грандиозные города-храмы, ответ на вопрос, кто это строил, мы находим в самой архитектуре. Каждый камень, каждый ряд кладки от основания до вершины покрыт резьбой. Орнамент и декоративная скульптура храмов справедливо считается искусствоведами лучшей в искусстве своего времени. Кхмеры были не только выдающимися строителями, но и непревзойденными художниками. Их искусство самобытно и ярко. В нем чувствуется школа, стиль. Здесь встречается и глубокая резьба, когда изображение приобретает объем скульптуры, и техника высокой резьбы, поверхностной, когда изображение создает эффект объемного рисунка. Такую резьбу виртуозно выполняли женщины. В декоре храма чувствуется женская рука, женский вкус. Множество цветов, буйство растительного орнамента, изысканное украшение скульптур, женская кропотливость в выполнении мельчайших деталей. Самый изысканный и тонкий орнамент выполняли женщины. Имена художников не сохранили ни документы, ни легенды. Но божественную роскошь храмов и дворцов, которыми восхищалась в то время вся Юго-Восточная Азия, создали они. Искусство кхмеров сохранилось до сих пор и не только в архитектуре храмов. Его техника и приемы живы и распространились по всему региону. А образы и сюжеты древней Камбоджи популярны и пользуются спросом во всем мире. В конце 13 века в Камбодже появился посол китайского императора Чжоу Дагуань. Этому имени мы обязаны единственным письменным свидетельством о жизни империи, на которое потом ссылались все исследователи и историки. Его появление едва ли было случайным. Водный путь в Ангкор был известен. Суда китайских купцов регулярно поднимались вверх по Меконгу. А богатая Камбоджа, в то время главная соперница Поднебесной в Индокитае, не давала покоя китайскому императору династии воинственных моголов. Посол, скорее всего, был китайским разведчиком. Он провел в Камбодже около года и оставил очень подробное описание всего, что увидел.
Но даже высокомерие не помогло китайцу скрыть изумление и восхищение варварами. Они были сказочно богаты. Золотом и драгоценными камнями было украшено все, что могло радовать глаз. Золотые статуи богов, драгоценное оружие, золотая утварь дворца. Богатства не прятались. Напротив, они демонстрировались народу во время многочисленных праздничных церемоний. Вот как описывает китаец выезд короля. Когда повелитель выезжает, во главе эскорта идут войска. Затем несут знамена, флаги, за ними следуют музыканты. Девушки от 3 до 5 сотен в узорных одеждах, с цветами в волосах, держат в руках даже среди бела дня зажженные свечи. Далее идут девушки, несущие в руках золотую и серебряную королевскую утварь и весь набор украшений. За ними следуют воины с копьями и щитами. Это дворцовая гвардия. Министры и принцы едут на слонах. Нет числа их красным зонтикам. За ними двигаются жены и наложницы короля в паланкинах, повозках, верхом на лошадях, на слонах. И, наконец, позади сам король. Он стоит на слоне и держит в руке драгоценный меч. Для кхмеров богатство было символом рая, в котором воплощалась вся красота мира. Свидетельства китайцев бесценны, но даже если бы они не сохранились, мы все равно знали бы о кхмерах очень многое. Многометровые барельефы, которыми украшены галереи храмов, это не только шедевры ваяния, это летопись жизни империи. И не только жизни королевского двора, но и жизни народа. Это еще одна загадка кхмеров. Зачем нужно изображать жизнь простых смертных в храмах, куда они попадали только по великим праздникам и только в галерею первого этажа? Ответ напрашивается один. Аллегорический рай горы Миру принадлежал не только королям и жрецам, но и простым людям. Перед законами бессмертия здесь все были равны. Поэтому о быте народа здесь можно узнать все. Жизнь во всех ее проявлениях. Охота, спортивные соревнования, народные праздники, рынок. Мы на рыночной площади. Торговля здесь происходит рано утром, примерно до 8 утра, пока не стало слишком жарко. Кстати, в современной Камбодже на рынке практически ничего не изменилось с тех пор. Торговлей здесь традиционно, как и во времена ангкорских царств, занимаются женщины. Так было всегда и едва ли будет иначе. Знакомые улыбки, открытые лица, лица с барельефов. Кхмеры внешне сильно отличаются от тайцев и вьетнамцев. Совсем другой тип. В их национальном характере присутствует дух великих предков. Вообще нравы камбоджийцев изумляли иноземных гостей империи. И мужчины, и женщины не скрывали под тканью плечи и грудь. Одежда состояла из набедренной повязки, короткой или длинной. Китайский посол расценивал это как простоту. По-настоящему удивляли китайцы женщины. Они были откровенны в проявлениях чувств и желаний. Китаец воспринимал это как доступность и не понимал, почему женщины в этой стране пользуются такой свободой. Почему к ним относятся с уважением, как к равным? Почему они самостоятельно распоряжаются в быту, торгуют, воспитывают детей, занимаются ремеслами? В стране, где фаллические символы культа линги утверждали власть мужского начала, ценился женский ум. Одна из жен живой Армана VII, например, олицетворяла бесконечную мудрость. А женская красота обожествлялась. Если в семье рождалась красивая девочка, независимо от социального положения, она становилась апсарой, небесной танцовщицей храма и дворца императора. В галерее храмов фигурки апсар, небесных танцовщиц, встречаются повсюду. Портретная галерея тысячной армии. В этом невозможно сомневаться. У них разные лица, одежды, прически, разные характеры. Более того, они не статичны. Они живут своей обычной жизнью. Кто-то причесывается, кто-то разговаривает с подругами,
кто-то танцует. Они женственны, полны грации, безупречно сложены и изящны. Их улыбки говорят о любви и при этом целомудренны и чисты. Они воплощение вечной женственности и красоты. Для того, чтобы понять роль Апсар в городах-храмах, нужно вспомнить Древнюю Грецию и Египет. Апсары – жрицы индийского бога Шивы. Они владели мастерством танца, который создавал атмосферу чувственности и желания. И не для того, чтобы доставить удовольствие равному богам-монарху. Кхмеры верили, что империя будет благоденствовать только до тех пор, пока король способен удовлетворить дух великой змеи Наги. Каждый год, в день весеннего равноденствия, в золотой башне своего дворца король встречался с духом змеи. Ритуалы встреч короля и змеи – вовсе не безобидный спектакль. Так утверждался закон продолжения жизни, возведенный в культ. Есть еще одна легенда, очень важная для понимания мировоззрения кхмеров. В восточной галерее Ангкор-Вата есть большое панно длиной около 50 метров. На нем изображена легенда о взбивании Млечного океана. Боги и демоны добывают себе напиток, дающий бессмертие – амрита. Они используют для этого огромного змея Васуки. Справа за хвост змея держит боги, слева за голову – демоны. Туловище змея обвивает гору, расположенную в центре океана. Перетягивая змея то в одну, то в другую сторону, они вызывают вращение этой горы. На протяжении тысячи лет, как гласит легенда, боги и демоны взбивают морскую пену. Оттуда сначала появляются апсары, небесные танцовщицы. За ними выходит из морской пены Лакшми, богиня красоты. Вслед за ней люди и животные. И лишь потом появляется божественный напиток амрита, который дает бессмертие. Именно за обладание им боги и демоны вступают в битвы и сражения. Легенду можно трактовать по-разному, но в ней отчетливо выражены две идеи. Идея вечной жизни и идея горы Меру, центра Вселенной. Кхмеры относились к этой легенде очень серьезно. Эта же легенда воплощена в архитектуре Ангкор-Тхома. Вдоль пяти дорог, ведущих к городу-храму, стоят изваяния демонов с одной стороны и богов с другой, и тянут огромного змея. Они вращают гору Меру, которая воплощает центральный храм Байон, династический храм Джаявармана VII. Его царствование относится к эпохе, когда величие империи достигает своей высшей точки. Богатая и благородная Камбоджа называли ее соседи. Джаявармал построил свой город в 2 километрах севернее от Ангкор-Вата. Назвал его Ангкор-Тхом, что означает «великий город». Он действительно великий, потому что по размерам превосходит все предыдущее. Огромный ров. За ним стена высотой 12 метров. Длина стены по периметру 16 километров. 5 ворот с башнями и 5 мощенных дорог ведут к городу. Династический храм Байон меньше, чем Ангкор-Ват, но впечатление производит титаническое. Галерея первого этажа опоясывает прямоугольник храма. В середине первого внутреннего двора воздвигнуты сливающиеся строения 2 последних этажей, из которых вздымается центральная башня высотой 43 метра. Храм так изобильно украшен скульптурными элементами, что архитектурные линии почти неразличимы. Башни с проступающими ликами и массивная центральная башня не придают храму изящества, однако впечатление оставляют неизгладимое. Скала. Каменное чудо, выросшее из земли, а не архитектурное творение.
Как и все предыдущие центральные храмы, Байон воспроизводит в человеческих масштабах гору, ось Вселенной. Крепостная стена, горная цепь царапает своим гребнем сверкающее небо. Ров, океан, своей неизмеримой глубиной уходит в мир змей. Написано на четырех углах стены. Построен храм с той же уникальной точностью, что и Ангкор-Ват. При входе в Ангкор-Тхом есть надпись на санскрите. Она гласит: «Страна Камбу подобна небу». Какому небу? Горнему миру, где обитают боги, или небу реальному, звездному? Давайте воспользуемся этой подсказкой и соединим все главные храмы Ангкора. Получится схема, необычайно похожая на схему звезд в созвездии дракона. По этому же пути пошли и при сравнении положения трех египетских пирамид долины Гиза и трех звезд созвездия Орион. Их схемы совпали, но не точно. Компьютерная астрономическая программа показала дату, когда корреляция, совмещение земных и звездных объектов была идеальна. Это оказался день весеннего равноденствия в 10500 году до нашей эры. Совмещение храмов Ангкора и звезд созвездия Дракона показало ту же дату – 10500 год до нашей эры, день весеннего равноденствия. Это открытие сделал Джон Григсби в 1996 году. И его величество Сфинкс улыбается своему звездному тезке созвездию Льва на восходе в день весеннего равноденствия все в том же 10500 году. Монументальные архитектурные памятники разных эпох и народов показывали одну и ту же дату из времени, когда ни одной из известных цивилизаций на Земле не было. Что значит эта дата в истории планеты? Точку конца или начала? Всемирный потоп, гибель Атлантиды? Гадать не стоит. Со временем на этот вопрос ответят ученые. А пока согласимся с писателем и исследователем Грэмом Хэнкоком о том, что мы столкнулись с остатками древней всемирной религиозной системы, одним из аспектов которой было строительство архитектурных копий созвездий. Это всего лишь гипотеза, но и в Древнем Египте, и у древних майя и ацтеков, и в средневековой Камбодже мы встречаемся с поисками бессмертия души и со строительством монументальных сооружений, сориентированных по звездам. Удивительно, эти знания были доступны людям далекого средневековья. Несомненно, что черпались они из одного еще более древнего источника. В легендах египтян и в легендах еще более древних шумеров и в древнеиндийском эпосе в Ведах часто встречаются одни и те же числа. 12, 30, 72, 36, 108, 54, 2160, 4320. Американский археолог и астроном Джейн Селларс назвал эти числа числами прецессиального кода. Прецессия – конус, который образуется при вращении оси Земли. Северный полюс Земли очерчивает круг конуса в северном полушарии. Такой же круг описывает южная точка оси Земли. Эффекта прецессии, движения по сложной эллиптической траектории с наклоном оси, у Земли изначально не было. Он появился в результате космического катаклизма, изменившего орбиты Земли и Луны. Появилось понятие космического года, время, за которое северный полюс Земли проходит круг конуса. Земной год увеличился на 5 дней. На Земле произошли изменения, в результате которых, возможно, возникла жизнь. Числа прецессиального кода были знакомы и строителям Ангкора. 54 башни, каждая с четырьмя ликами Будды, точно сориентированными на четыре стороны света, в сумме содержит 216 изображений. Это число в 10 раз меньше продолжительности одной прецессиальной эры. 72 храма Ангкора.
72 года составляют 1 градус, если цикл прецессии поделить на 360. Огромного змея Васуки тянут 54 демона и 54 бога. Всего 108 персонажей, половина 216. Удивительно, но Ангкор находится на 72 градуса восточнее египетских пирамид. Отдельное место во всей композиции Ангкора занимает Ангкор-Тхом, в центре которого расположен храм Байон. Не существует звезды, точно указывающей на север. Есть целое кольцо звезд. Полярная, Денеб, Вега, Тубан. Они по очереди занимают свое место над полярным кругом Земли каждые 26 тысяч лет. Сейчас очередь полярной звезды. Между прочим, центр этой окружности и составляет северный полюс эклиптики. На всех астрономических картах он отмечен, но нет звезды, которая позволила бы увидеть его на небе. Но его можно увидеть на Земле. Это храм Байон, что позволяет выдвинуть теорию, что Ангкор – это огромная модель прецессии. Великая тайна мироздания, сакральные знания, пришедшие к нам от египетских жрецов и жрецов Древней Индии или от еще более древней цивилизации с помощью универсального языка, языка математики. Носитель этого языка тоже универсальный – архитектура. В надписях, обнаруженных на стенах гробницы Тутмоса III в Долине Царей, есть текст, который называется «Книга того, что есть в мире Дуат». В нем говорится о регионе небосвода под названием «Скрытый круг Дуат», через который, по убеждениям египтян, души проходят после смерти. Этот текст гласит: «Тот, кто сделает точную копию этих форм и познает ее, будет духом, равно превосходным на небе и на земле, вечным и безошибочным». Возможно, мы нашли ответ на вопрос, зачем на протяжении 5 веков могущественная империя строила свои города-храмы. Кхмеры трудились ради бессмертия души, строили скрытый круг Дуат, огромную модель прецессии. Наивная легенда о взбивании Млечного океана приобретает космический масштаб рассказа о сотворении мира. Если короли Камбоджи понимали законы мироздания, пусть даже в аллегорической форме, и строили на Земле копии созвездий, они вправе были считать себя равными богам. Вот только были ли они посвященными? И кому адресовано послание в вечность? Богам или нам, потомкам? Создатель Ангкор-Тхома, великий король кхмеров Джейяварман VII, принял трон в зрелом возрасте. Ему было почти 50. О его жизни известно немногое, но все же известно. В молодости он уступил свой трон двоюродному брату. Опять-таки, по доброй ли воле, мы не знаем. Однако более зрелые годы он провел в уединении, возможно, посвятив себя буддизму. После того, как в 1177 году воинствующие соседи Тьяма захватили и разрушили столицу и убили его брата-короля, Джейяварман был призван на трон. Освободил страну, восстановил столицу и начал строить свой город-храм, самый большой и самый величественный. Последний в цепи служения, возложенного на королей и его династии. Он правил до глубокой старости и был мудрым правителем. Строил не только храмы, но дороги, больницы, школы. При нем рабы только юридически отличались от крестьян. Им даже давали земельные наделы. Правда, эксплуатировали и тех, и других одинаково. Он восстанавливал пошатнувшееся величие своей империи со страстью, если не содержимостью, странной для буддиста. Барельефы его династического храма Байон – летопись военных походов, потому что при его правлении империя все время воевала и значительно расширила свои границы. Все завоеванные им богатства вкладывались в строительство. Он очень спешил, чтобы закончить стройку.
На этом история Великой империи строителей заканчивается. Еще 50 лет страна процветает, а затем, как будто утратив смысл своего существования, разваливается. Король-буддист строил храмы, посвященные Будде, но оставался кхмером, думающим о бессмертии души. Лики, которые во множестве проступают в архитектуре Ангкор-Тхома, это лики буддийского бога Лакишвары, воплощение мудрости, доброты и сострадания. Он вместо Будды приходит на помощь людям. Но камбоджийцы уверены, что это лицо Джевайармана VII. Присутствие короля в его городе ощущается почти физически. Множество глаз, в которые невозможно заглянуть. Они смотрят в божественное никуда, как и положено иконам, и вместе с тем смотрят тебе в спину и улыбаются. Ликов множество, улыбки разные. Вероятно, это зависит от освещения. Или так было задумано. Одно лицо символизирует единство многообразия. Вообще, улыбки короля-буддиста чем-то неуловимо отличаются от улыбок райских созданий других храмов. Лик его также совершенен и красив. Но, может быть, храмовым художникам не всегда удавалось скрыть человека в Боге? Что должно было произойти в его юности, чтобы он отказался от божественной власти? Как прожил он жизнь вдали от трона, в уединении? Кем была его мать, в честь которой он воздвиг храм Тапрохам, один из самых красивых? Улыбка короля, последнего великого короля кхмеров, которые не просто верили в существование рая, они его строили, стремясь к бессмертию. Создавая рай в своем дворце и демонстрируя его народу во время празднеств и церемоний, короли сохраняли тем самым баланс добра и зла. Быть равным богам – великий труд, если служить идее, а не собственной славе. На закате солнца, в ночь перед днем весеннего равноденствия, старый король Камбоджи Джевайарман VII поднялся в свою золотую башню. Его ждала встреча с духом змеи, прародительницей кхмеров. Под лучами солнца ожили лица на куполах храма Байон. Когда-то это было его лицо. Теперь оно принадлежит вечности.